Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Волшебная палочка. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуй, пандочка. Здравствуйте. Привет. Какая красивая волшебная палочка. Красивая. Волшебная. Палочка, палочка, можно мне новый бантик? Золотой. Она стеклянная? Может быть. Она стеклянная! Упадет и разобьется! Мне только бантик золотой. Лучше поиграем в волшебниц? Не буду. Я волшебница! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля! Ох уж эта пандочка! Никак не удается ей добраться до палочки. Ого! Я хочу золотой бантик. Хочу золотой бантик! Пандочка, аккуратней! Девочки, а палочка-то не стеклянная, а пластиковая. Пластиковая! Пластиковая? Не волшебная! Ну вот, не будет у меня бантика. Да, пандочка, дружба помогает творить настоящее волшебство. Пластик. Нюшенька, ты знаешь, из чего сделана формочка? Из пластика! Чтоб игрушки были легкие, чтоб игрушки были яркие, чтоб игрушки не тонули, не ломались. Очень умные ученые, бородатые профессоры, материал такой найти давно пытались. И один такой ученый головастик вдруг сказал: ура, я понял, это пластик. Пластик. Из пластика делают не только игрушки, но и посуду для малышей. Потому что он не бьется. Да, пластик не бьется, как стекло. А еще он не боится воды. Он легкий и может быть любого... любого цвета! И формы! Вот так здрасте! Вот так здрасте! Чудо-пластик, чудо-пластик, пластик, да! И ведерко, и совочек! Даже каска у рабочих. Это все из пластика. Надо же, фантастика. Надо же, фантастика. Да! Принцесса.
малыши, вы сегодня в парке. Посмотрите вокруг. Здравствуйте! Ух ты! Ой, как красиво! Ой, смотри! Я принцесса! О, я тоже хочу! Да, если хочешь быть принцессой, без короны не обойтись. Ой! Я принцесса! Нет, ты ежик. Да, пандочка, эта скорлупка от каштана не похожа на корону. Принцесса? Нет. Нет, пандочка. Эта шляпка от желудя больше похожа на берет. Ха! Где же мне найти корону? Как красиво! Ёжик, а у тебя нет короны? Вот. Спасибо, ёжик. Пожалуйста. Теперь у пандочки есть настоящая осенняя корона. Ура! Я принцесса! Принцесса осень. Какая веселая в этом году у малышей осень. Осень. Малыши, куда это вы собрались? Мы идем встречать осень. Вот и стали на деревьях листья желтыми, рыжими. Дождь идет и барабанит переулками, крышами. Мы на плечи куртки теплые набросим и пойдем скорей встречать осень. Малыши, а что можно делать осенью? Гулять по лесу и собирать грибы. По парку, а потом делать венок из листьев. А можно, гулять по небу. По небу? Да, по небу. Мы идем и под ногами листья желтые, красные. Дождь по зонтику стучит, стучит на песенки. С ними жаль, мы вернуться и сюда скорей попросим. А пока пойдем встречать осень. Привет. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Какая интересная у тебя игрушка. А как она работает? Надо сюда нажать. Доброе утро, ежик! Доброе утро. Оп. Ой. О! Добрый день. Ой.
Доброй ночи, ежик. Доброй ночи. Кажется, девочки тоже во что-то играют. Интересно, во что? Доброе утро, ночь, вечер. Нюшенька, что случилось? Я забыла. А я победила. А, вы здоровались не просто так, да? Вы играли в... Кто больше? Я победила! Я больше! Пандочка знает больше приветствий, чем Нюшенька. Ага! Ага! Привет! 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 Молодец, Нюшенька! Пандочка, помогай! Давай! И кто же теперь победил? Победила дружба! Здравствуйте! До свидания! Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! А что еще можно сказать при встрече? Доброе утро! Как здороваться приятно! Как я рад! Это каждому понятно! Если говоришь привет, то привет летит в ответ. Если говоришь привет, то привет летит в ответ. Добрый вечер! Малыши, а как поздороваться с индийским слоном? Привет! Здравствуйте! Доброе утро! Со слоном можно поздороваться, как в Индии. Намасте! 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 На прощание, мы дадим всем обещание, чтоб, прощаясь, не грустить. Прощаясь, не грустить. Чтоб, прощаясь, не грустить. До свидания. До свидания. Говорить. Будем до свидания говорить. Кря-кря. Уточка. Кря-кря. 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 Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Собираешься купаться? Ага, с уточкой. Другую уточку. Другую? Ага. Вот. Милая уточка получилась. Молодец, крошек. Ой, промокла. И правда. Уточка из полотенца промокает. Для купания она не подходит, крошек. Это не уточка. Зато не промокает. Он тяжелый. А уточка легкая. Резиновая? Резиновая. Да, ежик, камень плавать не умеет. Резиновый. И сапожок не умеет, а уточка умеет. Малыши, раз уточка умеет плавать, может быть, она сама к вам приплывет?
не приплывет. Воды нет. Есть! Вода есть! Плыви, уточка, плыви! Моя уточка! Спасибо, Кроша! Пожалуйста! Пойдем купаться? Да, твоя уточка, ежик, настоящий пловец. А кто плавает лучше? Я! Давайте проверим. Давайте! Резина. Мячик резиновый. Во дворе сегодня лужи. Лужи, лужи, нам от луж с тобой гулять. Не будет хуже, ведь у нас из резины сапожки, мы в сапожки. От воды спрячем ножки, мы в сапожки. От воды ноги спрячем и за мячиком резиновым поскачем. Это что, тряпочка? Шарик резиновый, он может растягиваться. Вот резина наша тянется, тянется. На глазах у нас резина меняется. Мячик, шарик, в колесо превращается. Скачет, прыгает, летит и вращается. Ах, резина ты, резина, что-нибудь изобрази нам. Мама для цыпленка. Нюшенька, пандочка, здравствуйте. Привет. Пандочка, какие у тебя красивые кошечки. Это котенок-малыш, а это его мама-кошка. Нюшенька, а у тебя кто? Цыпленок. А у него есть мама? Конечно, есть! Мама Цыпа! Где же она? Где? Да, грустно цыпленку без мамы. Пандочка, не поможешь Нюшеньке? Вот тебе мама! Нет, это не его мама! Они разные! И правда, смотри, пандочка, у кошки нос и лапы, а у цыпленка клюв и крылья. Цыпленок грустит без мамы Цыпы, маленький! А мама Цыпа, она какая? Как цыпленок, желтая, пушистая. Нюшенька, мама цыпленка не... Ага, знаю, знаю. Похоже, пандочка знает, где искать маму цыпленка. Вот мама. Это? Желтая и пушистая. Это мячик, а не мама. Не мама? А почему бы вам не пойти поискать маму цыпленка? Да! Желтая мама? Нет, не мама. Крылья мама? Нет, не мама. Клюв, лапки и крылья. Ура! Мама нашлась! Умница, пандочка. Познакомься, Нюшенька. Это курица. Мама цыпленка. Белая? Не пушистая? Нюшенька, иногда детеныши не во всем похожи на своих родителей. Мама! Пи-пи-пи-пи-пи! Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Теперь цыпленок не будет грустить. Животные и их детеныши. Мама слониха и маленький слоненок. Правильно, пандочка. А у тебя, Нюшенька, кто? Тигренок и его папа тигр. У котенка папа кот. Ну, а мама кошка. У лошадки и коня жеребенок крошка. У слонихи со слоном карапуз-слоненок. Пусть он весит словно дом, все равно ребенок. Да, тюлени и ежи, лоси и медведи тоже были малыши. Верьте и не верьте, и жираф. Маленькими были и хотели, как и ты, чтобы их любили. И жирафы, и киты маленькими были и хотели, как и ты, чтобы их любили.